Очень приятно, что все наши хорошие, добрые друзья, склонные к тесному сотрудничеству наших двух стран, присутствуют за этим столом. И я рад, прежде всего, приветствовать делегацию Северной столицы у нас в Беларуси. Сегодняшний визит определяет очень важные гуманитарные, исторические акценты. Я и с этого хотел бы прежде всего начать, хотя обычно мы говорим об экономике, торговле и так далее. Я очень благодарен вам за то, что вот в этот нынешний непростой ситуации вы выбрали такой значимый момент для посещения Беларуси. И все мы, как никто другой, хорошо знаем, как бережно хранят и восстанавливают традиции и в Питере, и здесь, в Беларуси, истории Великой Отечественной войны. В связи с участившимися в последнее время попытками ее переписать, перечеркнуть подвиг советского народа, считаем, что пришло время, кстати, что мы и делаем, дать правдивые оценки многим событиям и их участникам. Что греха таить, советские времена, мы так не то стыдливо, не то боясь кого-то обидеть, ну, все говорили открыто, как это было. Ну, сегодня видим мы, что это надо сделать честно, открыто, даже если это неприятно кому-то будет. Ну, по крайней мере, не мы инициаторы тех неприятных страниц, которые сегодня листают народы Восточной Европы и постсоветского пространства. Наши специалисты, как вы знаете, активно работают над некоторыми вопросами Великой Отечественной войны. И открываются страшные вещи. Вот этого замалчивания в концлагерях, а их было море на территории Беларуси, в 2-3 раза, а где-то и в 10 раз уменьшались потери обычных граждан и советских воинов, солдат Красной Армии. Но трагедия блокадного Ленинграда – один из самых жутких эпизодов Второй мировой войны. Всем понятно, что наш Ленинград тогда потерял сотни тысяч своих жителей. Жуткие вещи происходили. Накануне 27 января петербуржцы отметили 78-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И открытие совместной экспозиции «Символы блокадного Ленинграда», которая стоит сегодня в Белорусском государственном музее «История Великой Отечественной войны», правильная и важная инициатива.